Так, нахожусь, значит, я вот здесь вот. Сейчас мы спускаемся на улицу Давиденко. Улица Кальмиусская, на которой очередной подъем. Мне надо будет свернуть на 5-ю улицу справа. Я 3 уже проехал. Четвертая и следующая моя. На моем пути такой вот крест шахтерам, трагическим погибших на шахте имени Засядько. 18 ноября 2007 год. Да, помню эту аварию. А уже 12 лет прошло. Почти. Какая собака. Ко мне подбежала, да? Собака. Так, ну а мне на эту улицу. Переулок Ученический. Прорыв воды. Выехали на улицу Авдеевскую. Вон вдали виднеется церковь. Сейчас подъедем ближе. Большая церковь. Донецк остался позади меня. Отсюда, с высоты
хорошо он виден. Так, ну а я еду в другую сторону. Как оригинально. Забор с дверей. Прикольно. Еду по улице, которая не имеет названия. Такое тоже бывает. А может быть, название есть, но карта что-то не отображает. Так, ну сейчас выйду, по идее, на улицу крейсера «Авроры». Это правильно, нам направо. Улица крейсера «Авроры». Если я не ошибаюсь. Да, это она. Улица «Авроры». Крейсера забыли написать. Ну а сейчас в Матвеевке я выезжаю на улицу Матвеевскую. Вот так-то. Люблю спокойные улицы, где мало машин. Дома хрущевской эпохи. Поэтому я и стараюсь ездить по узким улочкам, а не по центральным дорогам. Там ничего интересного. А здесь то, что спокойно, плюс можно что-то увидеть очень интересное, необычное. Влюбленная парочка. Так люди и живут в Матвеевке, в Донецке. В принципе, неплохо живут. Было хуже. Сейчас потихоньку все налаживается. Открываются предприятия. У людей есть работа. Я думаю, дальше будет только лучше. Ну, по крайней мере, я в это надеюсь. А надежда, как известно, умирает последней. Двигаюсь по улице Чигиринская, параллельно улице Солидарности. Какое-то здание огромное.
какое-то, наверное, учебное заведение. Средняя школа. Это вроде бы школа 58-я. Рыжий бандит. Выехал наконец-то я на улицу Ушакова. Ну, дальше дорога та же самая, по которой я ехал сюда. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, с вас оценка, палец вверх. Пишите в комментариях, где мне еще побывать, в Макеевке или в Донецке. Как будет выходной, поеду, поснимаю. Подписывайтесь на канал, если вдруг вам интересен мой контент. До новых встреч! Минутка экстрима на моем канале. Ой, опасно, можно упасть. Наверное, не пойду. Это было опасно. Как-то так.